виртуальных ВВС нашей Родины. А также за этим стартовал собрался человек, который является позором. Позором? Но тем не менее, он сегодня с нами. Но гордость люфтвафы. Но тем не менее, он сегодня с нами. И вот мне хотелось бы выпить за то, что сегодня, ну пусть в этом не очень большом и высоком и просторном помещении, но тем не менее очень уютном тем, что такое большое количество людей из нашего формирования здесь присутствует, мы собрались. И я уверен абсолютно точно, что мы нормально здесь отдохнем. И запал на следующие 3 года, собственно, дан. Вот давайте выпьем за то, чтобы это, чтобы через 3 года мы не собрались в абсолютно том же составе. 5-летие снова будет. А 4 года? Через 2 года. 5-летие через 2. А, но 5-летие мы будем уже пораздать с большим размахом. Да, то есть как бы все будет немножко по-другому. Собственно, за Бивай. По определенному причине ушел, второй ушел, потому что он живет в Израиле. Вот. Все, едем, знакомимся с родителями девушки. Эта собака ушла на какой-то техосмотр. Я с этим уже договорились. Олег, дальше не задать. Подожди, хорошо. На следующее. Ты даешь обязательно на следующие выходные. На следующие выходные, если девушка будет не против, мы идем знакомиться с ее родителями. Все слышали? Все слышали? Тогда вас было трое, а сейчас все слышат, вся эскадрилья. Ты, Лидия, сжимаешь все 100 раз. Вот, 100 раз я заберешь. Давай. Не проблема. Не, ну ладно, 100 раз красив, надо жить. Что нормально, пацаны опять побухали, нормально. Да нет, легомыс поджимает. А у этого, что тут? Нет, ну тогда выпить за май. Нет, 5-летний эскадриль еще когда будет, а его свадьбу уже будет. Ну все, давайте тогда. За свадьбу эскадрили. Ну вот, а мы девушка! Нет, просто понимаете, я просто хочу, ну, скажу, там параллель будем проводить. Не будем проводить, потому что некоторые люди от нас уходят в Люфтваффе, там, становятся... Два человека. Ну, кем-то там становятся. А вот этот человек, условно говоря, был не последним, скажем так, командующим штуки Гешвадера. Он пришел к нам из штука Гешвадера. Будем правильно называть, пошел со штуки, реально пришел. Ем байдюля, убивай. Ну, в принципе. Значит, я... Момент первый. Приятный момент. Сейчас состоялось как бы такое локальное совещание штаба нашего формирования. То есть посвященное следующему моменту. Дело в том, что на сегодняшний день, если кто не знает, то есть никто кто-то не заметил, то есть наше штатное формирование уже как бы не вмещает в себя формирование эскадрильи. Вот, и мы как бы, скажем так, рассматривали вопрос о том, что перейти на полковое расписание. Но мы решили это отложить. А вы сказали, сколько? Можно я вопрос? Пиздец, что ли? 12? Ну, уже мы не влезаем в 4-12. Как бы, да. Мы не влезаем уже в 4-12 и конкретно не влезаем. Но тем не менее, решение этого вопроса отложить до сентября. То есть от того, как вы будете летать, как вы будете показывать качество полета и так далее, и так далее, и так далее, будет зависеть то, кем мы станем в сентябре и будем ли вообще мы меняться. То есть вот, это первый момент. Ну и второй момент. Сегодня, на самом деле, очень самый приятный, потому что сегодня, на самом деле, помимо трехлетия, очень большой день. Почему? Потому что сегодня у нас появится один символ, который, я надеюсь, во многом станет нашим... То есть, ну, вы знаете, это может, конечно, игра. Хотя, для, на самом деле, для всех людей, которые здесь собрались, я думаю, что это немножко больше, чем игра. Это болезнь. Да, это болезнь, час жизни, то есть, неважно что. Вот, и сейчас Артем покажет то, к чему мы стремились, наверное, все эти 3 года, хотя сами об этом не знали. Я думаю, что они так щукают? Давай! Да, потому что на самом деле это... Так, нескромные татуировки, прошу, не показывать. Я думаю, нам больше ничего нет. Эскадрилья! Да, это.
Шайбрюка! Вылезу с нами! Теперь полоценовское воинское формирование! Одного линейного дистанции! Куда ближе встать? Давайте прессуйтесь, прессуйтесь, народ. Это видео снимаешь? Снимаю, меня прессуют. Команда, слушай, команда. Сейчас далеко. Равняйсь. Мирно. Знамя. А он и все. На одного линейного честь нашей славной эскадрильи, которая использует трекратное ура! 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 Объявим траур по девственности Алерта. Давайте для начала определимся, мы обычные эскадрилья или не очень необычные. Да, по сексуальной ориентации я сказал, а ты знаешь, необычные. Нет, я... Я против? Виталик, вы меня очень удивили. Очень удивили насчет... Вообще-то все... Вас смотрели через неделю, Виталик. Кстати, вообще не... Я бедовец, поэтому я удивляю. Камэн перечитал, да. Поэтому удав. Хорошо. Удав. Я вообще-то к чему все сводил? Сам тоже, блин, к чему все сводил? Мы будем по часовому кругу или против часового? По часовому все обычные, а мы необычные, мы против часового. Так? Так вот, все очень просто и все очень быстро. Как говорится, все взяли в руки кружки, так? Стаканы и так далее. Итак, начинаем. Все очень просто. Говорится ник и имя. Типа Why come, Сергей. Следующий. Ну это уже не важно. Байкам, Сергей, да. Сядьте, молодой человек. Сядьте, молодой человек. Вас все знают, вас все любят. Халида! Хорошо. Хороший человек. Ящик! Бай, магистр Виталий! Очень бед! Майстри Сергей! Нас двоили личности! Бай Рубон, Саша! Саша! Бай Кедр, Сергей! Бай Малдер, Денис! Бай Алерт, Валерий! Алкоголик! Бай Кузнечик, Евгений! Давай! Александр! Колячик! Байсерж, Сергей, как тебя зовут? Байсерж. Следующий называют, на чем? Байморок, Олег. Представьте Байморока. Байморок, Олег. Дайте ему сказать самому. А что? Я, ну, магистр, мальчишки, мальчишки, нахуй, натуральный получил. Скажи.
Кто называется? Большинство продался, мы же сидим. Буржуидов продался. Кто? Ты премии. Дальше. Не понял. Компас, Фальден, Алексей. Поясникерс, Александр. Итак, давайте за всех бай и за одного. Забай! 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 Пацаны чистят, как на него заходят, я же как сверху, я крутиться так не умею, я такой пробую, дрынь, один готов, второй так магистр подбирается, дрынь, второй готов, магистр, ты знаешь, так, расскажи, как... А теперь показательный расстрел! Приходи! Офицеры, первый дружит! Давай! Налейте мне водки! Я его расстреляю! Не надо 45! Мы нужно закрыть! И свой полет сегодня! Я посвящу тебе, Это трое против четверых, все, только уж дело техники. Сколько мы один раз, видишь? Один раз мы не жили. Раз там деньги. Наши, наверное. Я не помню, кто еще не знал. Кто в суставе был такой средний огнем? А у русов, такой сустав сильный. Ты самый. Там рус. Не, в конце, то есть там... Давай, ты когда-нибудь дал. Я вас ненавижу. Мне нравится с ними летать. А это вы еще было вылет? Они что, блядь, колбасят? Они общаются между собой. Ты скажешь, это ненавистно. Презираю. Они слишком трили сильно на 25-й. И, короче, летят песни, поют. А я так нормально летаю, там раз высматриваю. Вот, увидел какие-то места. Там, короче, ёбнул одного месяца, там полетел за другим, короче, куда-то потерял. И возвращаю, их уже нет. Я уже в драгуне дает наш гордый варяг. Короче, отбомбились, улетают. Мистер, а где мистера, Мистер, давай ты сюда. Короче, этот мистер с одного захода уебашивает им две двиглавы. Это они такие, мистер, падаем. Он готов будет попрыгаться к этому. Мужики, я вам расскажу самый большой... Офицеров нашей эскадрильи, вот, ну, и... У некоторых он даже уже есть. Да. У основ... большинства он есть. Но, во-первых, у нас совсем недавно появилось в эскадрилье сразу 4 новых офицера, причем 3 из них в один день. Что, в общем-то, достаточно высокое достижение, которое, за которое мы выпили бы отдельно, будь здесь лютовиз. Но именно момент вручения этим офицерам нашего официального знака было специально, фактически, затянуто до сегодняшнего дня, дабы совершить его, в общем-то, с большой торжественностью. Ну, начнем мы, конечно, не с этих четверых, а все-таки по временному промежутку с Кедра, потому что он офицер уже давно, а значок ему еще не вручался, потому что уже...
долго бывший курсантом, но при этом набрав соответственно опыта соответствующего. Фарин! Кстати, он сейчас продолжает борьбу, так сказать, в турнире. А, уже не продолжает. Теперешний лидер турнира, который уже вышел в 1/4 финала, это Капут. Так скажем, пилот, первый офицер города, который еще не отмечался офицерским составом в нашей эскадрилье. Понятно, не первый. Но это уж очень дальше. А какая? Малдер. И, в общем-то, наверное, малый фактор, который в нашей эскадрилье теперь есть. И, как бы, человек, который, в общем-то, во мне лично гордость. То есть меня распирает от гордости, потому что продолжение это мой ученик, несмотря на то, что я летаю уже хуже, чем он. Но с другой стороны, плох тут учитель, которого не превзошел ученик. И самый молодой офицер нашей эскадрильи Бивай Кит. Это действительно офицеры. И то, что он такой молодой офицер... Ты что творишь? И то, что вот такой молодой человек стал офицером, на самом деле, это абсолютно заслуженно. Потому что я был на его аттестации, и точно могу сказать, что на самом деле этот человек заслужен целиком и полностью. Давайте похлопаем еще раз. Ура!